Рудники. 31% на победу. Но если умно и правильно спланировать бой, то и стратегию, и при таком проценте может быть победа. Ну, на этой карте, с этого места, самое лучшее брать горку, тем более на танке Т-2 медиум. Что я сейчас и делаю, ворвусь. Бой начинается. О, немножко помешает Т-1. А, притормозили, конечно, меня немножко. Но ничего, вот смотрите, подъем. Т2 медиум четко берет скорость 40 км в час. Такую же, как и на ровной дороге. Вот смотрите, идем подъем. То есть я лево-право не отвожусь и 40 км и. Да, вот самый ответственный момент. Главное здесь проскочить. Вот кто первый проскочит, тот и возьмет горку. Так, я взял на прицел. И просто буду стараться уйти. Конечно, немного хп взяли у меня. Я получил 4 раза СНК. Ага, вот 60-е стоит. Отсюда вот тоже сделана так интересная горка, что если хочешь кого-то взять, хотя даже башенка у меня высоко поднята, вот надо почти вылазить. Да, не вышел из камня, все его взяли. Вот который не заметил. Т-18, ну бывает такое. Попробую сюда подойти. Здесь надо будет просветить базу противника. Об остальном можно было. Вот там уже. Ну вот Т-18 уже поиграл. И крузер его забрал. Да, там будет поаккуратнее. Пока я не засвети. Что-то тяжело, надо немножко выйти, чтобы больше засветить. О, вот теперь я зацепил Т-18. Супер, там даже не светил. Но обзор у него, конечно, меньше, поэтому сколько до него? 10-4 метра. Это хорошо. Два раза. И все, и пушка начинает бить уже косо. А вот я тогда возьму пушку. Ох, как хорошо. А вот и крузер стоит. Есть пробитие. Да, надо было. Быстренько. Ну, кто-то ведет по нему огонь. Ну, там что-то 18, да, ну попробую. Косо-косо пускай. Ну, так я понял, с этой пушки. О, вот крузер. Пробитие. Пока меня не видит. Косая. Есть пробитие. То есть как только. Я уже понял смысл. Чтобы точно стрелять, вот как только свел, то сразу надо выстреливать. Да, она более-менее точно стреляет. Так, ну, где-то он должен быть. Так, он... А, вот и крузер еще. Он как будто чувствует, что я свожусь на него и уходит. Мы хорошо ведем. Осталось 3 фрага. Так, ну что, я думаю, съезжаю я вниз, попробую. Еще так никогда не пробовал. Задом, но дать вперед газу. А, все равно удар. Все равно удар. Сильно получается. То есть надо более пологое место искать, чтобы вот так вот скатиться. Ну ничего, просто решил проверить. Можно ехать. Вот у нас Т2 медиум. Остался и Т-18. А, вижу. Т2 медиум, вижу. А, все, уже забрали. Т-18. А вот, пожалуйста, вот Т2 медиум сейчас. Я понял.
сейчас попробую. Так как он меня будет прицелить, я пробую на ходу у него. Пробитие. И прятаться. Уничтожен. Ну что, победа на Малиновке. Тут, конечно, уже процент побед 64. В том бою я получил мастера, не успел зафиксировать. Я думаю, так же самое в этом бою проблем не будет в победе. На этой карте я всегда беру правый фланг. Есть пару местечек интересных. То есть играю по определенной стратегии. Если она перестает работать, я тогда выбираю какую-то немного другую. Иногда меняю. То есть даже на старое место бывает, что я не прихожу. Потому что новая стратегия более интересна. Больше вариантов выиграть. Ну, пока меня устраивает вылезти вот здесь вот с левой стороны на горочку и вести пока оттуда наблюдение. Но не постоянно сидеть, то есть может быть минутка, может быть и меньше, может и больше. Но потом, естественно, ехать на вражескую базу. То есть самое главное в этой игре терпение. Я не являюсь каким-то светляком, но по пробиванию танков пушка хорошая. Так, БТ-2 уже обходит правый фланг. Засветов противника нету. Прекрасно. Тогда и я поехал. То есть практически вот эта вся сторона чистая. А вот пошли, вот где пошли засветы. Так, здесь пока еще не останавливаюсь. Тут разве что можно вести огонь вот там за кусты. Мне бы засвечить. Если я сейчас засвечусь. О, как хорошо идет. Засвечусь, естественно, отсюда быстро уйти я не смогу. Так, вроде бы тишина. Так. Что уже крузера нашего. То есть БТ-2, ага, пошел в сторону. Так, крузер вот пошел вперед. Ну, прекрасно, вот прекрасная стратегия, вот два справа, слева. Я попробую центр взять. То есть наступательные такие движения. Так, потом не встретимся. Ага, ПЗшка возле церкви. Т-18. Ах вы. Вот этого надо убрать. Так что по нашей команде так хорошо. Уходишь? Как хорошо. Еще и бочком. Ты не повернешься там. Так, что у нас там еще ПЗ? Берем ПЗ. А, ну тут я тут и засветить можно. Всего 165. О, как хорошо горит. О, как дымок. Троек, четверок, двоек, единичек. Так, меня никто не подцепил. Может, уже горочка. Так, попробую еще раз его. У меня 33 кп осталось. Попробую отсюда. А все равно засветил. Да, там нужно отсюда уходить. Вот я уже получил Т-26. Вот вовремя я до света вышел. И обхожу справа фланга. 100% будет на левой стороне от меня стоять. И смотреть туда. Оно так и есть. Ха, вот теперь прямо. Я тебя поджег, я тебя и добью. Так, надо осветиться. И продвигаться в сторону вражеской базы по краю правого фланга. Вот как раз двое идут. Крузер Т-18, прекрасно. Ну, на саму базу прямиком, конечно, я не буду идти. Надо мне отойти подальше.
Сейчас Т-18. Никто... Сейчас посмотрим, кто нам немножко подсветит. А, о! Т-26. Рикошет! Башню отобрал. Пробитие. Так, забрали. Ну, еще 4 фрага есть. Никто не засвечивается. Так, крузер идет вперед, правильно. Света так и нету. Ну, тогда я тоже еду вперед. Возможно, они вообще ринули на нашу базу. Трое, ну, в принципе, на базе там немало количества. О! И прекрасная тут горочка. Смотрите, только вот башню. Чуть-чуть показываю. Стоит МС-32, но, конечно, тут броня. Не пробил. Я его не могу взять ниже. И в саму верх башенки тоже попасть тяжело с такой пушкой. И смотрите, броня голдой. Не голдой не пробивает. Не пробил. Где-то вот справа я его взял. Ладно, бесполезно, перехожу на ББшки. В принципе, что тут ББшками, я смотрю. Броня не пробита. Да. Так вот, легко его пробить. Вот если бы бочком повернул. Броня не пробита. О! Пробитие. Смотрите, как прямо входит снаряд. Это уже без меня дверь. А, кто там еще? О! Так. Не понял. Какой-то снаряд улетел, непонятно куда. Так, все, победа. В этом бою я получил первый знак классности. Нанес противнику урона больше, чем прочность собственной машины. Получил костолом, повредил бою не менее 5 модулей или члену экипажа противника. 9000 серебра, чистыми 8,5. Ну, я думаю, 509. Набил, 26 произвел выстрелов. Считаю, что бой прошел хороший. Все, если вам понравились эти видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.